Нашла же время. Я никого не задерживаю. Задерживаешь? Готово. Стой, сумка. Поехали. Здравствуйте, мы пришли увидеть сына. Он задержан? Да, задержался. Да нет, арестован он. Простите, да, но по ошибке. Так, имя? Салим Кхан. Салима Кхана тут нет. Нет, простите, это я, Салим. Он Насир, наш сын. Насир, Насир Кхан. Нет. Как это? Он звонил и сказал, что его арестовали. Где? Здесь, на Манхэттене. В какой части? Он говорил? Нет. Не знаю. За что его? Произошло убийство, и почему-то его в этом обвиняют. Вчера убийства были? Бешеный араб зарезал девушку в округе 2-1. Вы участки напутали. Здесь 1-2. Вам нужен 2-1. Спасибо. Удачи. Его спросите. Здравствуйте. Мы пришли к сыну. Его зовут Насир Кхан. Сколько лет тому Кхану? Мне почем знать? 23. Тогда не выйдет. Почему? 5 лишних лет. Что? Простите, это значит... Он взрослый. Мы не уйдем. На здоровье. Родители? Да, хотели с ним увидеться, я отказал. Совершеннолетний. Кто там с ним? Их адвокат? Нет, Стоун. Они его и не знают. Стоун? Представляешь? И как они сошлись? Да он тут бродил и просто рядом оказался. Сержант, это же его родители. Почему им нельзя увидеться с сыном? Мне поспорить или сразу сдаться? Сдавайся. Твои родители приехали. Не хочешь увидеться?